Привет всем любителям триллеров. Предлагаю прослушать обзор к русскому сериалу «Мост 2 сезон». Не забудьте поставить свой царский лайк, нажать на колокольчик и подписаться на канал. Это российский телесериал в жанре детективного триллера. Премьера первого сезона была в 2017 году. Премьера второго сезона состоится в 2018 году на телеканале НТВ. Ингу Виерма и Максима Казанцева ждет новое опасное дело. Во время российско-эстонского саммита террористы распространяют бациллы неизвестного вируса. Следователям вновь придется объединить усилия, чтобы найти преступников. На Нарвском мосту дружба между Эстонией и Россией найдет труп. Труп разрезан на двое так, что половина его находится на российской стороне, а половина – на эстонской. Для расследования инцидента на место прибывает полиция обеих стран. И к расследованию подключаются русский полковник Казанцев, старший комиссар из Эстонии Инга Виерма. Выясняется, что это не один труп, а половинки от двух разных людей. Верхняя принадлежит депутату эстонского парламента, а нижняя – молодой девушке из Питера. Максиму Казанцеву и Инге приходится слить расследование в одно и заниматься им вместе, бок о бок. Это не так просто, потому что кроме языкового барьера, они совсем разные люди и у них разные методы ведения.